ребята, сегодня последний день каникул, мы решили развлечься. Давай собрать. Решили поиграть в боевики. Давай собрать. В боевики. Да. В общем, у нас будет сегодня челлендж с пистолетами. Мы должны сбить мишень хотя бы одну с трех попыток. А если мы не собьем ни одной мишени за эти три попытки, тогда мы получим интересное задание. Да, ну что, кто будет первый, решайте. Да. Камень, ножницы, бумага. Да. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Теперь твоя очередь. Попытка номер один. Мимо. Ха-ха-ха. Попытка номер три, решающий раунд. Ах ты какая. Попала. А вот теперь второй раунд. Итак, у вас будет три раунда по три попытки, а начиная с четвертого раунда у вас будет только одна попытка попасть. Все, пока что у тебя еще три попытки. Давай, Всемир. Есть, у тебя еще три попытки есть. Мимо. Мими. И попытка номер три. Ну, все с третьей попытки попадают. Ну давай, пока еще три попытки. Молодец! А, что, Семен, твои три попытки? Давай. Попытка номер два. Попытка номер четыре. Простите, но следующий раунд. Номер одна попытка, Семир. Не попал. Задание. Вот вам волшебный мешочек. Давай. С заданиями. Прочитать свое имя наоборот, представиться гостям и именоваться так в течение всей игры. Скажи, привет, меня зовут Ремесова. Привет, меня зовут Ремесова. Ну что, Ремесова, готов? Давай теперь, Ремесова, твоя очередь. Одна попытка. Велислава попала точно в яблочко, в мой объектив. За это она выполняет задание. Бери другого участника на закорке и занеси это в другую комнату. Но это я умею. Ура! Меня, катать, меня. Что? Давай, Семен, вставай на ноги. Давай, еще у тебя будет тут, кстати, с препятствиями. Ура! Добралась! Классно! Было! Ну что, теперь мы Сияну показали? Да, она тоже захотела. Плюс наказание. Пошли, папа! Всех потаскала. Давай, следующий раунд. Одна попытка. Молодец! Молодец! Но мы теперь усложняем. Ты должна отойти еще подальше назад. Отходи, Всемир. Не попала. Бери задание. Надеюсь, что-то необычное. Вам завяжут глаза для того, чтобы вы стали дегустатором. Вы должны угадать, что за еду или напиток дает вам как кровать каждый из участников. Смотрите, что мы подготовили. Несколько продуктов. Ремесова, наколи на вилочку и покажи нам, что ты наколол. А? Показывай. А?
Банан. Молодец. Дальше. Огурец. Какой? Соленый, маринованный. Следующий продукт. Морковка. Какая? Жгучая. Жгучая морковка по-корейски. А у тебя хороший вкус. Следующий продукт. Сыр. Молодец. Пока что все вкусное. Ну, да. А почему? Я же не могу тебе подсунуть невкусное. Ну давай, она ждет. Рыба. Она не угадала. Колбаска. Это была колбаса. Колбаса со вкусом рыбы? Да, соленой рыбы. Следующее. А может это овощ? Яблоко. Молодец. Так, дальше. Что это? Все уронил. Морская капуста. Ты любишь ее? А вы любите? Друзья, соседи. Не знаю. А вдруг горько? Шоколад! Ей! Только самое последнее. Не вкусно. А может вкусно. Ну-ка давай посмотрим, что это. Кто знает это? Что? Не знаю. Кто знает, что это такое? Что это? Имбирь? Да, молодец, ты угадала. Кроме колбасы, ты все угадала. А что там было? Все, что ты ела, то и было. Переходим к следующему. Я его не съела. А, теперь Всемирина очередь. Очередь Ремесова. Стрелять. Молодец. Вы должны попасть вот в эту центральную, самую нижнюю. Ты должен попасть. Выполнять задание. Не попал. О, как ты сделал. Смотри-ка, сложил. Возьмите любую понравившуюся книгу. Но для того, не для того, а чтобы прочесть. Положите книгу себе на голову и пройдите 5 кругов вокруг стола. Ха-ха-ха. Ну, хотя бы простой. Руки в стороны. О, ну, попробуй сделать. Да, придется тебе выполнить другое задание. Это задание для очень смелых людей. Найдите воздушный шарик и завяжите его, чтобы не сдулся. А теперь вам надо прокусить его. Или... Руками это я быстро возьму и ковку из-за его. А зубами слабо? Семер, надень защитные очки. Да, на всякий случай. И вот тебе будет ахаха. Ух, страшно, так как очки уже слетели. Ну, если, Всемир, ты испугаешься, ты можешь передать это задание Велиславе. Не самой страшно. Ну что, давай попробовать с сестрой. Подними повыше. Ты вот так его. Нет. Так нельзя. Да не
осталось. Семи решил попробовать еще раз. Какой взрыв стрёмный. Ты должна попасть, не забыла? В среднюю. Не попала. Задание. Прочитать скороговорку Карлу Клару украл кораллы. А Клара у Карла украла кларнет. Только быстро. Клару украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. Молодец, справилась. Бумага, пистолет, огонь, вода и железная рука. Пистолет? Вода. Пистолет утонул в воде. Тони. Ага, задание. Изобрази молча любое животное, а другой участник должен угадать, кто это. Ну, давай подумай. Кто угадал? Да. Очередь Ремеса. Ремесва. Попасть в серединку. Ремесва. Попал. Да, в шесть раз, да их две. Ну, попал, тут... молодец. Нерку водишься? Дай. Тоже мне попадется. Тебе выпал призовой фан. Просто съешь конфету. Ох, как тебе везет. Вкусные милки. Ладно, мы так и быть поделимся с Ремесвом тоже. Шоколадная шоколадка, милка. Пытайся попасть в центральную. Или тебе усложнить? Не попал. Попал! Нет. Ну, а надо было вот в эту попасть, которая по центру стоит. Задание. Ты умеешь танцевать? А танцевать на одной ноге? Не! А придется. Такое задание. Танцевать на одной ноге? Да давай, ну, это вот так. Нет, танцевать. Давай, Всемир. Вообще-то вы прыгаете, а не танцуете. Продолжай, продолжай. Молодец, справился. Брейк-данс. Эх, не попала куда надо. Задание. Подойди к другому участнику и крепко обними его. Обниму, зятьки. А попроси, чтобы она тебя тоже обняла. О! Все, все. Ой, какая милота. Обнимай, обнимай, Велислава. И, опа! А ты снимаешь меня? Ну, давай, попадай. Задание. Одно. Другой участник говорит слово, а ты должен придумать к нему ритму. Рифму. Рифму. Что такое рифма? Рифма – это значит предложение. Нет. Это, например, ты скажешь слово «Лес». Собака. Колобака. Колобака. Окрошка. Картошка. Молодец. Собачка. Колбаска. Жвачка. Собачка, жвачка. Собачка, жвачка. Тунц. Дальше тунц. Слово. Тунц. Еще одно слово, последнее. Давайте. Лес. Карабес. Геркулес. Такому нет слова. Геркулес. Да, лес, Геркулес. Мимо, задание. Встань на четвереньки, ты себе лошадка, покатай других участников. Ура, катай!
лошадка. Я ездовая собака вообще. Ездовая собака? Собака-колопака. Да. Собака быстрее. Я не могу. Я должна это сделать. Еще беги, немножечко. Беги, дорогая, я беги. Смогу. Я смогу. Беги, дорогая, беги. Я смогу. Беги. Эй, беги, дорогая, беги. Что ж он такой тяжелый? Беги. Слава, попробуй. Встань на дыбы. Эй. Вы прибыли в пункт назначения. Опять попал в центральную. Прочитай стих, прыгай на одной ноге. Если не получилось с первого раза, прочитай второе стихотворение. Я думаю, у тебя с первого раза получится. Я пришел к тебе с приветом. Давай-ка тебе усложним, раз ты такой крутой. Попади вот в эту крайнюю. А мне все еще в такую. И попал, задание. Сказать 5 предложений, начинаешься со слов «я хочу, чтобы». Хочу, чтобы сразу себе валет. Ей, молодец, последняя попытка, и ты попала. Но последнее задание все равно достается тебе. Ну, давайте вместе мы его выполним. Спеть любимую песню с выражением и громко. Это я уменьшай сухо, ну как сухо, блины еле.